Всем здорово, пацаны, у микрофона, как обычно, Раш. Сегодня со мной Ерокс. Братанчик, у меня такой мерчанский пипец, я братанчик, вся в шоке. Братанчик, у меня тоже, потому что стартовали продажи официального мерча от Axel Bolt, пацаны. Вот такие нереальные футболочки. Братик, покажи-ка свою быстренько. Вот, смотри, вот на фоке я всем показываю свою спину. Мерч крутой. Обалденный. Короче, пацаны, не забывайте, реально, мерч реально классный. Не забывайте брать, покупать, ссылочки всегда найдете в описании. Теперь, наверное, буду под всеми роликами закреплять, в принципе. Брат, не шебуши, пожалуйста. Теперь, наверное, под всеми роликами буду закреплять, как бы, ссылочку на магазин. Не ори на меня! Ну, а сегодня, пацаны, мы с Ероксом обменяемся аккаунтами на 24 часа. Он отдает мне свой аккаунт, я отдаю ему свой аккаунт. Ну, не совсем на 24 часа, а на 15 минут. Но то, что успеем за 15 минут сегодня сделать, то и будет сделано. Ролик получился очень интересным, очень классным, неожиданным, да, Ерлан? Да, парни, 15 тысяч лайков, я ему сливаю сегодня керамбит голд. 15 тысяч и керамбит голд? Ладно, парни, 5 тысяч лайков. Два лайка, пацаны. С каждого два лайка. Ну и смотри ролик обязательно до конца, братанчик, потому что он реально получился очень интересным, очень клёвым. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику! Ну что, братанчик, ну приветик. Приятненько, приветик. 120 тысяч голды, ты же знаешь, что сегодня будет ноль баланса. Да у тебя всего 2000, чё с этим? Ну, брат, но я могу все кукрики тебе слить, например. О, у тебя дуал даггер с Хармали, ля. Подожди, забудь про них. Короче, я готов, брат, ты готов? Давай ему обратно вернёмся. Нет. Всё, ладно, давай, пока. 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 Ух. Пацаны, ну что, я на аккаунте Ероксика. Тут, правда, голды немного, но я постараюсь ее всю сейчас слить ему, пожалуйста, потому что он уже зарекнулся на мои 120 тысяч голды. Блин, что мне делать? Мне... Так, окей. Он сейчас по-любому будет какой-то полный трэш на моем аккаунте. Я уже переживал. Может, киркол продать, а? А дайте шанс, что мы сделаем. Так, мои запросы. А, у него еще не стоит на запрос на продажу, блин. Ну, ладночки. Давайте, что мы сразу сделаем. Короче, такс, Origin Case, 5555 голды, покупаем! Просто сразу покупаем Origin Case, отличненько. Клан, Saints, SN, лидер. Давайте, короче, напишем сначала мы в клановый чат. Я в клановый чат, джентльмены, пишем. Я самый скилловый в клане, а вы нубы. И напишу еще, я, кстати, гей. Давайте посмотрим, что они вообще, ну, как они на это отреагируют, и потом уже ливнем с клана. А вдруг сами исключат из клана. Это будет обидненько. Так, перчатки. С перчатками ничего не сделаем. Окей. Вначально мы давайте сделаем, короче, ему красивое оформление профиля. Так, мне нужно срочно в Google. И поставим ему что-нибудь интересненькое на аватарочку. Мужики обмазываются маслом. О! Вот это будет отлично. Люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Надо придумать какой-нибудь ник. Подпишись на канал Rush. Нормальный ник. И ты подпишись. Лучше вот так вот. Типа, Rush. Подпишись. Вот так, чтобы все видно было четко. Отлично. Отличная аватарка. Начали с этого. Можно, знаете, что еще сделать? Можно, короче, будет сейчас выбрать какой-то случайный нож за 003. О, типа, да, слить нож за 003. Какой-то случайный, который Siri назовет. Что? Он сделал с моим аккаунтом? Я люблю, когда волосатые мужики обмазываются маслом. Раш, подпишись. Я гей. А Ерокс крутой. И аватарочку надо. Короче, надо реально аватарочку подготовить. Сейчас мы аватарочку пока подготовим. Все, давайте ставим аватарочку. Блин, у меня игра вылетела, у меня аватарка не ставится. Клан Ерейр. О, май гад, брат, не тому ты в руки дал свой клан. Описание клана. Привет, я Ерокс, у меня 3 сантиметра, я обожаю ролики Раша и Кей-поп. Нормально, будет так нормально. Только участники могут приглашать игроков в клан. А что если реально сделать, что любой игрок может вступить в клан?
Вы этого не видели? Я предлагаю сначала на галдишечку напасть, откроем какой-нибудь... Так, подожди, а что у него в этом есть? Подожди, запросы на продажу. Пам-пам-пам-пам-пам. Ой-ой-ой-ой-ой, ерланчик. Ой-ой. Five Seven Rush. Ну, правильную цену, конечно, он подобрал для этого замечательного, невероятного, лучшего в мире скина. Это реально лучший скин. Капец, у него тут на продаже стоит. На продаже стоит миллиард скинов АКР спортов. Охренеть, сколько... Он что, трейдер? Опа, я кое-что видел, пацаны. Найти на рынке. Сколько он стоит? Сколько у него стоит за 55 тысяч? Ну ничего, ирландчик. Одним больше, одним меньше, как бы, брат. Хэллоуин, чармпак. Поехали. Давай. Косу. Осуждаю. Это я сейчас матерился сейчас? Чуби Кранч, подожди, он сколько стоит? Брат, ну сори, ну я не хотел, честно, брат. Откроем Скорпион кейсов, самых отвратительных, 5 штучек, чисто на удачку. Вдруг у Ирлана везучий аккаунт. Так. Блин, самое смешное, блин, и самое плохое из этого всего, то, что я не могу себе слить ничего с его аккаунта, потому что Ирланчик на моем аккаунте сейчас находится. Я бы уже все посливал, чисто все бы у меня на аккаунте лежало, и я бы тем самым трейдером с миллионом запросов. Я просто, реально, а если посчитать, если посмотреть, ну, на сколько голды у него там реально лежит, просто в запросах на продажу. Это он нереальный какой-то трейдер, походу. Блин, скорпионы тоже вообще ни хрена не дают. Ну ладно, ладно. Зато мы открыли самый отвратительный кейс и потратили голду. Прости вас, пожалуйста, это твоя последняя голда. Но я не удержусь не сделать вот так. Так, давайте ножички чисто выставим, пацаны. Хотя, подожди, у него же тут кукри. Не, ладно, не будем его кукри трогать, мы же все-таки эти, ребят хорошие. Сейчас кружочек запишу. Куплю какой-нибудь нож, короче. Flip Frozen за 1300. Вот так, купил Flip Frozen и записываю кружочек в свой телеграм-канал. Вот так вот, брат, сейчас вы получите, пацаны, скинчик. Кто подписан на мой телеграм-канал, а кто не подписан... Ну, соболезную. Пацаны, прямо сейчас я нахожусь на аккаунте Ерокса и купил вот такой вот ножик. Вот такой вот нереальный ножик Flip Knife Pro. И прямо сейчас солью его кому-то из вас. Ставьте чисто быстренько запрос. Вот сейчас 1176. Вот, стоит 1176. Стоит 1176. Жду ваших запросов, пацаны. Буду сливать. Let's go. Так. Кстати, у меня к вам вопрос. Вы обратили внимание, сколько негатива в геймерском комьюнити в последние годы? Почти каждый большой, громкий проект игроки закидывают камнями прямо на старте. То им God of War не нравится, то Киберпанк, то еще что-нибудь. Друзья, научитесь ценить труд разработчиков видеоигр. Да, не все игры идеальные, не все на 10 из 10, но это всегда огромный объем работы. И вы сами можете это понять, став разработчиком видеоигр. Каким образом? Конечно же, на Skill Factory. А если быть точным, на курсе разработчик игр на Unity Pro. Здесь вы научитесь создавать игры с нуля, от этапа идеи до финального релиза. Только не думайте что-то типа «это точно не для меня». Нет. Курс подходит абсолютно всем. И новичкам без опыта, и тем, кто уже работает в игропроме. Во-первых, потому что сам движок Unity довольно прост в освоении. Во-вторых, на протяжении всего обучения вам будут помогать менторы. Они разберут любую проблему, с которой вы столкнетесь. В итоге вы создадите аж 7 небольших игр из разных жанров. У вас будут знания и навыки уровня middle разработчика. Неплохое портфолио сразу после окончания курса, верно? У Skill Factory есть карьерный центр, который поможет составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти первую работу. Так что у вас есть реальный шанс зарабатывать на любимом деле. Кстати, средняя зарплата разработчиков на Unity в России сейчас составляет 120 тысяч рублей в месяц. Если я вас убедил, тогда ловите новогоднюю скидку 50% по моему промокоду RUSH и забирайте еще 3 курса в подарок. В их числе и английский для айтишников, а это дело важное. Ну и главное, фаталити. По ссылке внизу вас ждет день открытых дверей в IT-компании в Beeline, где отвечают на вопросы студентов и рассказывают про внутреннюю кухню компании. Как-то так. Переходи по ссылке в описании и создавай собственные проекты. Давайте, чисто подписчики заберут. Чисто подписчики заберут ножик. Быстрее, только, пацаны, быстрее. Ждем. Опа, запросик есть. Ждем еще один хотя бы запросик. Ну, видимо, не у всех подписчиков есть голда, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы в прокачках-то участвовать, пацаны, елки-палки. Ладно, сливаю. Есть запросик, значит, сливаю. Вдруг, вот так вот первому повезло. Айс, ты килл! Козел! Сейчас ему наберу. Ты чё, угораешь? Я такие действия осуждаю, братик. Поделим напополам. Пилим напополам. Всё, договорились.
Давай, на связь, брат. Зайдешь, пополам делим. Давай, 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 все хорошо. Найс, пацаны, я, короче, намутил схему того, как можно себе сливать пока Ерокс на моем аккаунте. Так уж и быть, открываем Origin Case. И все, что падает, мое, все, что падает, мое. Давай, Origin Case. Я сейчас был бы в шоке, если мы выбили бы нож с Origin Case. Ну ладно, нормально, что там, ну. А, давайте, что, какую сольем? Не, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас купим наклейки. Мы купим наклейки какие-нибудь. О, наклейки клоуна, давайте. Бац, вот эту купим наклеечку клоуна. Потом давайте мы купим, о, огр, давайте огра купим. Почему бы и нет? 93 голды, нифига себе. Так, история покупок. О, я все купил, сейчас, сейчас перезаходим. Так, что мы сейчас делаем? Блин, я же разговариваю, и на меня кошка смотрит, так говорит. Эй, что смотришь на меня? Взгляд у нее, конечно, не прям хороший. Так, окей, ладно, все, мы клеим на нашу великолепную, получается, где там фильтр. Давайте поставим Origin, рарочка. Вот, нашу вот эту АВМ Феникс наклеить. И клеим Гринча сразу наверх. Наклеиваем на нее вот этого огра нашего. И сейчас мы будем клеить уже дорогую наклейку. Наклеить клоуна. О, он кружок записал в Телеграм. Пацаны! Прямо сейчас я нахожусь на аккаунте Ерокса. Так, не понял, блин, сейчас я к нему в кружок запишу. Окей, давайте что мы сделаем сейчас. Берем случайно нож, абсолютно случайно нож. Я знаю, что у нас ножей 70 штук в игре. Случайное число от 1 до 70. Это 53. 53, блин, слишком большое число. Давайте, назови случайное число от 1 до 70. Это 19. 19, нормально. 12, 16, 20. А, это Скорпион Скрэч. А я что, блин, я делаю, что хочу, не буду Скорпион Скрэч. А дайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я же хочу Керамбит Фрозен. Возьму вот так вот и купить. Телеграм-канал Раша записывать. Друзья мои, я сейчас нахожусь на аккаунте Раша. И у меня для вас хорошая новость. Я вам сейчас солью с аккаунта Раша Керамбит Фрозен. Парни, ставьте закуп, получается, тут. Давайте 2420 голды, и я сливаю его за 0.03. Так, 0.03. Давайте ждем. Да, давай. Найс! Ок, взял и за 0. А, найс, слил. Все, отлично. Ладно, окей, посмотрим, что еще тут есть. О! Он мне ник такой сделал! Так, окей, брат. Посмотрим, что ему ВЛС пишут. Давай, пожалуй, я выиграю, ты делаешь мне прокачку. Бро. Ну такое, нельзя логин и пароль давать, если тебя сами не позвали ютуберы. Давай подписчика пригласим в лобби. Ой, я отклонил случайно. Ты гей. А может, ты гей? Привет, Ерокс, хочу на прокачку. Привет. Гоу, прокачаю. Все, Ерланчик, ты теперь должен Жене, профессионалу, прокачку. Делай прокачку, приже. Привет. Ок. Так. Поздравляю, пишет. Ты вообще нубяра полная. О-хо-хо. Вот так вот делаем, короче. И просто ливаем. Блин, капец, это так стыдно будет. Ливаем склада. А, я не могу больше ничего писать. А что там дальше своим аккаунтом делать? Кастомное лобби. Берем вот сюда вот, куда-нибудь, вот сюда вот. Это загадка бомбы. Ку, я Раш и я гей. Вы знали, что Раш и гей? Блин, интересно, какая вообще будет у них реакция на такие сообщения? Раш топ. Я Раш, и я заявляю, что я гей. Ерок скрип. Что? Какой грип? Офигел, что ли, блин? Ерок стоповый. А, Раш гей. Так, короче, он что, в друзьях у них? А, вы друзья. А, я дам голды. Кто напишет, что Раш гей? Я не продарный, Раш топ. Так, короче, что мы делаем? Так, скиллово. Я удаляю, ладно, зря не буду. Я удаляю тебя из друзей, если ты сейчас не признаешь, что Рарагей. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Есть последний шанс. Или пока. Рашто. Все, все, удалил из друзей. Сейчас посмотрим сейчас. Ну все, я тебя удалил из друзей. Из друзей. Пока. Нет, ну это прям какой-то слишком преданный подписчик. Да что, блин, на самом деле, скиллово, на самом деле, ты молодец, блин. Ладно, напиши, что Рашгей, и добавлю. О, хорош. Найс, все, мы переманили. И он сказал, что Раш гей. Найс, хорошо. Надо найти какого-нибудь посредника. Так, давай ему, короче, все вообще вот это точно мы сейчас отправляем на рынок за 9999. Блин, было бы здорово слить это себе, чтобы он обосрался, а потом вернуть. Но у него даже голды на запрос нету. За 9999 выставили, хорошо. Все, пусть будет так. Тычков в Хармоне у него больше нет в инвентаре. Было бы здорово вообще все арканы за 9999 выставить. Подожди.
вот он реально, он сначала 100% пересрется. 100%. Тем более у него в запросах на продажу там еще. Можно вообще отменить, короче, запросы на продажу. Я придумал! У него же здесь есть запросы на продажу. Вот эти запросы отменить и заново их выставить, все вот эти. И тогда он точно обосрется. Отвечаю. Отвечаю, он просто обосрется. Он не поймет сначала, что произошло. Главное не мискликнуть, пацаны. Главное не мискликнуть. Ой, 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 брат. Как же так? Ой, блин! Да просто в клан. Меня перекасает какой-то клан. Присоединяемся. Так, звоним Ероксу. Звоним Ероксу, пацаны. Сейчас чисто залутаюсь и от Рожерхана. Брат, ты тут? Брат. Да, я... Стой, я еще не закончил. Я, короче, тут тебя пошантажировать хочу. Брат, в смысле не подожди, стой. Брат, я просто заметил, что у тебя 2 статрековских Трэжерхантера. Я тебе сейчас дам, нет, иди в попу. Подожди, брат. Короче... Стой, нет, не трогай. Стой, я ничего не трогаю пока что. Ну, хоть у тебя нету больше АВМ Трэжерхантера и Кирголга. О! Я понял тебя, брат, у тебя больше нет сатрековского Трэжерхантера. Да я шучу! Подожди, я шучу, рофлю, угораю. Сейчас подписчик такой, я ему пишу, я Раш, я гей. Он пишет, Раш, стоп. Я ему говорю, напиши, что Раш гей, и я тебе дам голды. Он говорит, я не продажный, Раш, стоп. Я ему пишу в личку. Я говорю, я тебя сейчас удалю из друзей, если ты не напишешь, то я Раш гей. Ну, типа, что я, ну... Он пишет, Раш, стоп. Я ему говорю, ну все, удалил его из друзей. Я говорю, если сейчас напишешь, что, ну, Раш гей, туда добавлю. Он пишет, Раш гей. Осуждаю! Я уже похвалить хотел, пацана. Короче, брат, твои точки Harmony сейчас не в безопасности, брат. И если ты не... Брат! И если ты не даришь мне статрековский Treasure Hunter, брат, если ты мне его не даришь, то я их сливаю за 003, брат. Брат, нет. Брат, ну, прости. Брат, подожди, стой. Ну, давай, ну, подожди. Так, вообще, ну, таймер закончится. Все, мы уже все. Типа, стоп игра. Все, окей, брат, я выхожу. Все, стоп игра, да, все, хорошо. Стоп игра. Ты выходишь, да, с аккаунта? Да, все, выхожу. Сейчас только точки солью, все. Брат, и все, я выхожу. Подожди, Дико. Не, ну, все, стоп игра. Ну, таймер закончится. Все, брат, готово. Стоп, все. Слил. Че, дурак, что ли? Почему? А, вот, ты выставил этот за 9999, фу. А, козёл. А чё за аватарка, блин, такая? Тебе понравилось? Скажи честно. Смотри, скажи честно. Да. Мне не стоит волноваться? Стоит. Давай так, окей, кто первый? Давай, кто первый покажет аккаунт и уже объясняет. Ну, давай начнем с себя, как из гостя, брат. Так, о, музыка. О, я люблю, когда... Вот что, зачем ты поставил? Сам нормальную аватарку и сам Ерокс. Брат, заходи в клан сначала в твой. Только не говори, что ты ливнул. Нет, я не ливнул. Давай начнем с описания, брат, клана. Привет, я Ерокс, у меня 3 СМЭ, я обожаю ролики Раша и Кей-поп. Блин, слушай, ну про кей-поп соврал. Вот, оставь так. Чего? Почему? Нет, все, пошел ты в бомбу. Брат, стой, ты тут ничего не замечаешь больше еще? Тип, клан открытый! Да. А кто ты успел вступить? Не знаю, нет, ну они могли воспользоваться. Брат, также у тебя там еще в ЛС писали ребята, просили прокачку, я им всем пообещал прокачку. Поэтому, ну ты теперь обязан, брат. Что? Кому ты пообещал? Не знаю, Женя профессионал, вот Женя профессионал, точно помню такого. Вот открой. Привет, бро, го прокачаю, го, я болеть ты на... И он не один, еще там кому-то я пообещал, точно. Не помню кому, но кому-то пообещал. Ты в клановый чат ничего не писал? Нет. Блин, надо было написать. А я не знал, что есть клановый чат. Я потом тебе расскажу, что я написал в клановый чат Saints перед ухождением. И это сейчас... Ладно, потом. Так, 2000 было баланса? Ну да. Ну тут, в принципе, ничего по инвентарю не изменилось. Блин, да я не успел из-за того, что таймер, блин, закончился, я не успел. Я хотел закрыть, так, короче, твои мисками, чтобы ты не понял, брат. Так история продаж. Вот, это... Стыкил! Да, мы с ним уже договорились поделить. Капец! Так, брат, а я что-то не помню, что я еще сделал. Что-то делал, не помню, что. Так, что сделал, говори, где-то мне надо заместить что-то. Не помню, брат, пусть сюрпризом оставим. Смотри, Катя, глянь, какой у тебя клан. Осуждаю такой клан, брат. Я ей, а Ерокс... Ой, там что-то как-то другое. Все, в принципе, давай пойдем посмотреть твой аккаунт. Ты готов посмотреть твой аккаунт? Да, брат, да, погнали, let's go. Да, объясняю. Смотри. Так, ну, а... Во-первых, никнейм. Я аватарку не мог поставить, я аватарку сам меня выкидывают из игры. А Ерокс? Так, меняем. Смотри,
Короче, ты теперь не в клане Saints. Блин, вот это так плохо. Сколько голды? Что, знаешь что, Вань? Дэн, знаешь что? Смотри, я перед ухождением в клан Saints писал в чат: вы все нубы, я самый скилловый. Они написали в чате: поздравляю тебя. Типа, поздравляю тебя там за это. А я пишу: ты вообще полный нубяра или внук клана? Ты реально это сделал? Да. Ты что, ненормально? Да. Ты что, Origin Case купил? Да, и все в то упало, короче, смотри. Там упала ВМ Феникс, я, короче, взял его, обклеил наклейками клоунами, там, всякими гринчами, там, всякими циклопами. Также случайно нож Сири назвала, я взял и слил за 0.03. Я в телеграм-канале твоем записал кружок. И еще всем, еще в кастом лобби всем писал, что ты гей. Вот, ты рад? Ты мне 10 тысяч голды слил. Нет, ну вообще я слил 30 тысяч, потом я продал, ты там текут скин за 50 тысяч, чтобы голда, типа, 110 тысяч было. В смысле? Ну ты не замечаешь, что у тебя скина кого-то нету дорогого больше? Да все, я шучу. 10 тысяч голды, Ерлан, ты что, неадекватный? Брат, ну вообще так Origin Case открыл, как бы, ну. Спасибо! Ну ты счастлив, скажи честно, ты счастлив, ты рад? Я очень счастлив, брат, ты что, ненормальный? Брат, ну поздравляю тебя с новым кланом, у тебя какой-то новый клан какой-то, там, аватарку клана оцени хоть. Спасибо, не надо, что ты в ЛС писал? А вот скиллово, самый верх полистать. А, я понял. Ну все. Я короче, удалил из друзей, вот личка пропала. Осуждаю, какой Ерлан, ты неадекватный, брат. А, блин, у тебя Дигл и Куцы стрегал. Ааа, я меняю пароль, брат, пошел ты, Ерлан. Вам в комментариях явно решать, кто из нас хуже повел себя с чужим аккаунтом. Я хотя бы из клана не вышел, что ты выиграл. Ну, я, в принципе, был бы не против, давно хотел клан сменить на более такой прикольный. Ты серьезно? То есть ты предатель ЕРА? Да, Роб, да я шучу, у меня самый лучший клан это ЕРА, лучший клан, лучшего клана не существует. Охренеть, как слава богу, что он ничего не может сделать вот с этим, потому что это еще на рынок не вышло, это Габелла. Блин, я же мог реально наклеить на него наклейки там за 50 тысяч голды. Да иди ты! Ну ты был бы счастлив. Я бы... Нет! В любом случае, я только ради того, чтобы этот ролик вам понравился, пошел на такой отчаянный шаг поменяться с Ероксом аккаунтами. Надеюсь, парни, этот ролик вам понравился. Дэн, я... Да хватит меня Ваней называть! Ладно, Егор, я тебя хочу потом еще раз как-нибудь позвать на этот челлендж и забрать у тебя уже больше скинул. А, хочешь дождаться, пока Риот на рынок выйдет, да? Да! Ладно, пацаны, надеюсь, вам этот ролик понравился. Если это так, влепите свой царский лайк обязательно, подписочку на канал обязательно, с колокольчиком, также подписочку на Ероксинг по ссылочке в описании. Не забывайте. Пока. Ну, не пока, подожди, прямо сейчас тыкай на этот ролик. Ведь он получился очень классный, я над ним очень сильно старался, братик, смотри его. А до он конца. Интересный? Очень интересный. У микрофона был Rush, Ерокс, всем удачи и всем пока-пока!